Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, и я себе позволил, друзья, прикупить VIP-подписку буквально на один месяц, чтобы немножечко тут, как говорится, поправить свои дела. Именно по деньгам, по еде, а то вообще полный завал. Ни на что не хватает. Как говорится, побираешься, ходишь, поэтому надо немножко свое положение поправить. Так, ну что, давай начнем, наверное, с событий. Посмотрим, что у нас тут. Только для обычных. Так, что скрывается внизу? Вот это вот я, ребят, наверное, и поиграю как раз. Лицихтис, мозазавр и гигантский артакон. Ну что же, возьмем тогда, наверное, здесь для начала плезиозавра, архилона и... Тилозавра брать, что ли? Нет, мы сделаем проще. Мы с тобой возьмем Зуходуса. Вот так вот. Вот эти трое наших плавунов, я думаю, должны здесь справиться. Ну что, сразу атакуем. На тебе пощечину. Он, наверное, будет... Да, он меняется. Оу-оу-оу, мозазавра взял, прикинь. Но так дело не пойдет, парень. Так, наверное, сейчас будет атаковать все-таки нас. Угу. Мы получили. Значит, сделаем следующим образом. Раз... Два, три. И возьму, наверное, бонус. Ах, твою ж дивизию, не хватило буквально чуть-чуть, а? Да ты достал уже, а, парень. Успокойся. Раз, два. А против Лицихтиса кто у нас хорош? Ага, понял. Так, раз, два. Раз, два, три. Поехали. Вырубаем. Все, мозазавр пошел ко дну. Ох, ё-моё. Ну, тут понятно, он сейчас потратит всего лишь... Я думал, одну очку действий. Ну, тогда извиняй. Тогда извиняй. Значит, что нам нужно сделать? Раз... Два, три. Раз, два. Раз, два. Вот так вот сделаем. Получил. Кстати, он одну очку действий передал именно на Артакона. Но мне кажется, тут ему ничего не светит. Если он даже захочет. Ага, вот что. Он протихарился. Поехали. Опа. А кто же знал? Ну давай, давай. Зуходус тебя сейчас порвет просто. Давай, родной, выходи. Настал твой час. Уничтожь, пожалуйста, эту пакость. Вот и все. Друзья, первая победа за нами. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше и смотрим, кого нам сейчас выставят против нас. Ну давай, давай. Не тормози. Оу, мозазавр, архилон и тилозавр. Ну, я думаю, здесь надо брать так. Ромалиозавра против Архилона можно взять Артакантуса. И против Тилозавра... Да, наверное, Ромалиозавра и хватит. На всякий случай возьмем... Кстати, Генодуса надо будет прокачать до 10 уровня.
Ну давай возьму, я не знаю, банана гномиус, что ли. Нет, даже не так сделаем. Так, он меня аммонит, еще не прокачанные. Давай геликоприона возьму. Это так, на всякий случай. Ну что, мозазаврик, я тебе по шеям-то сейчас дам разочек. На. Будет, наверное, меняться, скорее всего. Нет. Атакует. В наглую причем. Ну что, мы его вырубаем. Так, и появляется у нас Архилон. 346 у него к атаке. Ты гляди, что вытворяет, а? А ну-ка, выходим. Я, наверное, все буду сливать. Но, тем не менее, почти половину хп мы ему снесли. Ты глянь, что творит, а? Не боится? Все на слив пускает, да? Раз-два. Раз-два. Так, я хотел посмотреть, у нас против вот этих кто идет? Опачки. Ага, значит, ромалиозавр, да? Ромалиозавр сейчас его уничтожит, этого тилозавра. Как раз у нас с тобой 6 очков действий, я это все перевожу в атаку. И должно получиться очень даже круто. Ну вот, как-то так. Переходим на следующий поединок. На последний. Так, Гамфиозавр, Генрея и Лептостега. Ну здесь гигантский Артакон. Дальше у нас пойдет Тилозавр, а против Лептостеги. Да и Артакона хватит, но я вот еще возьму Банана Гномиуса. Все, ребят, поехали. Сразу начнем с атаки. Почти 1000 мы у него отнимаем хп. Это жестко. Меняет. Так, взял Генрию. Так, а у нас против Генрии вот этот парень, да, хорошо орудует. Возьмем с тобой допочки. Что-то мне подсказывает, сейчас вырубят мне тилозавр. Нет, он... Ёк-макарёк. Лептостегу взял. Ну, здесь мы с тобой вот так тогда сделаем. Лептостега — это чисто мясо у меня здесь. Мне его как бы не жалко отдавать. Так, он взял опять Генрию. Но атаковать, как ты видишь, не хочет. Посмотрим. Рано или поздно он должен расколоться. Ага, вот он и раскололся. Ну что, Артакон. Мы, в принципе, можем и Артаконом его уничтожить, да? По идее-то. Раз-два. Так, подожди-ка. У нас Артакон против... А, ну все, Гамфиозавр тоже пойдет ко дну. У нас как раз классовое превосходство, поэтому Гауфиозавр и Лептостега. Или как тебя там величает? Лептостега же вроде. Я тебя умоляю, а. Вот так вот сделаем. Как его звать там, а? Да, Лептостега. Все время думаю, что я ошибаюсь. Нет, все нормально. Ну что, 235 к атаке. Он ничего не стал делать. Он думает, что просидит в защите. Нет, парень, не просидишь. Вот и все. Мы его подбили.
И, соответственно, прошли с тобой это событие. Так, вы получаете псифодерма. $100. Так, и псифодерма. Умножается. 650. Слушайте, ребят, по-моему, псифодермы у нас не было, да? Открытой. Я уже, если честно, не помню. Так, через 2 часа 22 минуты у нас будет доступно меню схваток. Так, ну что, испытай свои силы, поехали. Будем испытывать свои силы. Обожаю это событие. Возьмем, наверное, с тобой аргентинозавра. Как говорится, кто правильно сыграет, тот... Блин, он опять ходит первым. Да чтоб тебе. Ненавижу, ребят, когда он начинает ходить первым. Мы сразу же начинаем фейлиться здесь. Но мы уже взяли преимущество, если честно. Смотри, что творит. Хопа. Уничтожаем. Все, ребята, он попался. Он сделал нам 2 атаки, и мы ему прописали в ответку 4. Так что все по чесноку. Первый бой завершен. Давай дальше. Здесь можно, в принципе, взять... Да то же самое, да? Или не дадут нам? О, рамфоринг. Поехали, посмотрим. Тут нельзя пропустить больше 2 атак. Иначе все, кранты. Поэтому давай так сделаем. Ну, ты гляди-ка, ничего не стал делать. Я вот так сделаю. Еще раз повторю, больше 2 атак. То есть на 3-ю атаку можно погибнуть. Проверочка, ребят. Я первый атакую. Всем крышка. Больше 2, то есть 3 атаки я ему нанес, и, естественно, мы здесь победили. Отлично. Захотел там отсидеться. Конечно. Давай дальше, еще 3 поединка. Здесь мы возьмем... Так, погоди, сейчас подумаем. Давай вот суперзавра. Тут нельзя пропустить больше, я так понимаю, больше 3. Поэтому мы берем с тобой бонус. Если он сейчас все 3 атаки звезданет, по-моему, мы проиграем. Но он этого делать не стал. Раз-два, раз-два. Проверочка. Давай, давай, атакуй, не хочет. Вот, молодец. Я тебя поздравляю, парень. Я тебя поздравляю с тем, что ты сейчас просто-напросто отдупличный. На-ка, выкуси. Замечательно. Ну, на этих поединках уже, ребят, как говорится, руки набиты. Уже прекрасно знаешь, что, как, почем. Так, давай, еще 2 атаки у нас. Кого тут взять-то? Ну, давай тираннозавра. На тираннозавре, опять же, нельзя пропускать, по-моему, больше 3 атак. Опять он постоянно ходит первым. Что за фигня? Я так не играю. Видишь, ничего не делает. Проверочка. Ага, он взял все-таки одну защиту. Окей. Вот сейчас, если он 4 атаки мне сделает, это будет финиш. Но он ничего не делает. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так попробуем. Ух. 3 защитки ты взял, да? Ты посмотри, а. Ребят, я рискну. Все, ему крышка. Давай, тираннозавр.
Вот и все. Здесь мы его, как говорится, подкололи. Но если бы он взял бы хотя бы на одну защиту больше, все, фокус бы не получился. Ну и последний поединок у нас. Давай-ка я возьму, наверное, спинораптора. Сколько тут? Опять же, три атаки, если пропускаешь, все, сразу труп. Поэтому держимся. Давай атакуй уже, а? Хорош там муслякать. Смотри, какой жук, а? Раз, два, раз, два, три. И если сейчас он не будет атаковать, то буду атаковать уже я. Все, он раскололся. Он сфейлился, друзья. Его нервная система не выдержала, поэтому мы ему в ответку, естественно, бомбашим. Вот и все. То есть это событие довольно легкое на самом-то деле. Тут главное взять таких динозавров, где тебе дают возможность именно из трех атак. То есть если где две атаки, тут фейлишься. А вот когда три дается, это хорошо, ребят. То есть на это можно очень офигенно сыграть. Так, дай-ка я здесь заберу награды. Так, мы с тобой еще ежедневки не выполнили, кстати. Совершите сделку. Быстренько идем на сделку. Так, с едой у нас проблема. Причем офигенная. Одиннадцать карточек за 23 миллиона. Ничего себе, это вы серьезно, что ли? Гейзер, давай вот эту вот сделаем с тобой сделку. Так уж и быть. А тут что? Водоплавающие. Псифодерма. Супер редкие. Ну давай я возьму простостегу и поменяем на очки доверия. Сколько дадут? 248. Слушай, мы сейчас с тобой, кстати, так можем накопить. Давай-ка возьмем из юрского периода. У нас тут элозавры. Вон, диплодоков сколько. На очки доверия 110, но это мало. Так, давай-ка еще раз возьмем юрский. И кого-нибудь подороже здесь надо взять, я так понимаю, да? Кого-нибудь подороже. Тогда тебе дадут нормальное количество очков. Ну, вот давай велоцираптора. Во, 246. Но все равно не хватает, ребят. Буквально чуть-чуть. Так, здесь забираем награду. Собрать моды. Поехали. Так, моды мы будем забирать за счет денег. Давай, эхо, подгоняй что-нибудь хорошее нам. И он выдает нам что? Устрашение. Еще разок. Здесь мы получаем... Опа, набор. Вот это я понимаю, ребят. Снижает показатели атаки противника на 15%. Снижает запас ОЗА всех на 15%. Так, показатель атаки противника на 15%. И то же самое. Так, и как раз... Нет, не хватает. Чуть-чуть, ребят, совсем чуть-чуть. И чистое золото будет у нас в кармане. Мы вот здесь, кстати, с тобой наберем очки доверий. Так, использовать ускорение. Принять ПВП-сражение. Так, еду. С едой у нас, по-моему, кто-то из новоиспеченных, да? Хочет, по-моему, прокачаться. Вот, видишь? А этого не хватает. Кстати, мы можем... Пускай идет.
нас все равно же здесь, по-моему, есть еще, да, место, насколько я помню. А, нету. Тут 20 минут осталось. Да что ж ты так прокачиваешься-то, а? Очень-очень долго, давай. Мне нужно 3 ускорения сделать, поэтому я так и делаю, ребят. Ну-ка. Да ты посмотри, какой, а, скафагнат. Посмотри, какой вредный. Не захотел. Так, что-то с едой. Я же помню, что у нас кто-то... А, Артакон, по-моему, да? У нас тоже готов. Сейчас проверим. Да, вот. Ать, 131 тысяча. Не хватает мне буквально чуть-чуть, чтобы его докачать. Ладно. Здесь забрали. Ну что, пойдем теперь на PvP-арену. Подеремся. Кайнозойскую эру. Ну, сам понимаешь, короче. А, у нас же еще VIP без ограничений теперь доступен. Опа, опачки. Это что у нас тут? Битва без ограничений. Скафагнат, Пахицератопс и их Тиастега. Ну что, давай попробуем здесь подраться чуточку. Здесь я возьму, наверное, Стегоцератопса, Лангозавра. А против их Тиастеги мы возьмем Пеликанептерикса. Тут мы что, тратим очки доверия тратим? Я что-то уже и не помню этого. Но сразу бомбим. Че уж тут говорить. На тебе. Будет меняться на кого-нибудь? На кого? На их Тиастегу поменялся. Серьезно? Еще и атакуешь? Мне кажется, ты это, парень, зря сделал. Я вот так вот сделаю. Я просто подожду. Неужели еще будет атаковать? Ты смотри. Бесстрашный-то какой нашелся. Ну все, парень, тогда извиняй. Так, Пеликанептерикс, выходи, пожалуйста. Там, видишь, проблема. Уничтожь ее, а? Будь добр. Да-да, вот это вот. Их Тиастегу, которую звать. Пахицератопс. Ну, этот-то парень нас уничтожит, понятно. С двух атак. А, он 3 тратит. Ну что, Лангозаврик, будь добр. Да-да, тоже вот тут прохиндей один сидит у нас. Раз, два. И вот так вот. В топку его. Такая пощущенным хвостом. Ну, тут уже все, ребят. Если он сейчас все потратит, а он потратит. Нет, смотри-ка, он всего лишь 2 атаки делает. Ну, понятное дело, что мы его тут раскромсаем. У нас 8 очков действий. Его уже тут ничего не спасет. До свидания, Скафагнат. Все. На 5800 мы его атаковали. Угу. Так, давай дальше смотреть. Метриолонг, Терезинозавр и Нундагозавр. О, как. Ну, против хищника, естественно, надо брать их Тиастегу. Против Терезинозавра мы возьмем с тобой Карнораптора. А вот против Нундагозавра возьмем Трапиагоптер, наверное, да? Или все-таки лучше взять Тапиелозавра? Поехали. Сейчас будем смотреть, что у нас тут выходит. Я, наверное, сразу начну с атаки. Половину хп отнесем. Отнесем. Ну что, давай, рыбий хвост. Сразу меняться пошел. Взял Нундагозавра. И бомбит. И бомбит, друзья. Ну что, если вот так вот сделаю? Еще и бонус.
Он, скорее всего, поменяется. Естественно, ребят, меняется. И атакует. Ну все, парень, ты меня достал. Давай, Карнораптор. Сколько нам нужно сделать? Раз, два, три. Три атаки, к сожалению. Все надо, да, сливать? Блин, а там Нундагозавр. Убьет сейчас. Топиелозавр, ты готов? Ты готов, я вижу. Раз, два, три. И бонус. В топку его, пожалуйста. Ну что, Метриолонг, выходишь, да, рыбий хвост? Ушатывает, конечно же ушатывает. Но Ихтиостега для чего взята? Именно для этого, ребят. Плюс дополнительное очко. Итого 5 очков действий. И все, распечатываем. Все, как доктор прописал. Побед за нами, ребят. Ну что, продвигаемся еще дальше. Так, еще 3 поединка. Диморфодон, Диплотатор и Индоминус Рекс. Вау, вау, уже пошли прям козыря какие-то. Против Диморфодона я, наверное, возьму Уэрхозавра. Против Диплотатора. Так, у меня летуны есть? Есть. Эдиморфодона возьму. А против Индоминуса я возьму, наверное, я. У нас есть полегче, попроще что-нибудь? Нету. Придется брать Диплотатора. Так, 5 поединков по 10 очков доверия. 50 очков доверия, да, получается, я здесь солью. Ну что, сразу с атаки. Сразу с атаки. Но он, если он возьмет Индоминуса... Ой, ребята, это будет плохо. А он его, скорее всего, возьмет. Восемьсот тридцать, ты представляешь? 800. Не стал, кстати, он ничего делать. Возьму-ка я защиту тут, на всякий случай. Он сейчас поменяется, наверное, на Диморфодона. Атакуй. Атакуй, гаденыш. Есть, молодец, красавчик. Ай, красавчик. Ну что, нам надо его как-то добить. Я не знаю, как это сделать. Попробуем. Иди-ка ты. Погуляй. Ну что, ребята, Диплотатор. Сейчас, конечно, он поменяется, скорее всего, на, опять же, Индоминуса. Нет, он сам решил атаковать. Вырубает. Ты понимаешь, что это мне просто на руку. Он все очки 10 потратил, поэтому раз, два. Раз, два. До свидания, Диплотатор. Привет тебе от Эдиморфодона. Ну что, Индоминус, я знаю, знаю. 4. Тебе надо все слить, чтобы меня победить. Но он этого не стал делать. А я вот все-таки попробую бомбануть. Друзья, победа, как вы видите. Эдиморфодон справился один, даже не надо было призывать Диплотатора. Отлично. Но еще два поединка. Еще два поединка. Так, Унаринг, Гигакилоцефал и Афекамим. Нифига тут. Пошли уже такие монстры. И все травоядники. И все они травоядники. Таникалагриуса 2 возьмем, да, получается. И Раджастегу. Твою ж дивизию, вот это да. Вот это вот будет сейчас трепка еще та. Несмотря на то, что они травоядники, друзья, у них атака, будь здоров, даже по моим хищникам. То есть это легко заметить. Все-таки бомбит.
Все-таки бомбит, и он уверен, что он победит. А знаешь, почему уверен? Потому что у него здоровье больше в разы, чем у меня. Сейчас он пропишет свои две атаки. Нет, он сейчас не вырубит нас. Но здоровья стоит мало. Смотри, что я сделаю. Я сделаю один удар и два бонуса. Так, хорошо. Смотрим. Гигакилоцефал. Им нужно будет две. А, все, парень. Все, отлично. Это очень хорошо, что он так сделал. Друзья, мне нужно 2500 отнять у него ХП, прикинь. Есть такое дело. Ну что, отправляем его в топку. Круть. Круть. Афия Камим, это у нас на прокачке. Почти, ребят, 40 уровень. Вот так вот он будет выглядеть. С таким гребнем специфическим. Я не знаю, что он тут задумал, но я буду атаковать по полной. И, соответственно, уничтожаем его. То есть наша команда оказалась круче и топовее. И я очень рад этому. Я думаю, что вы тоже, ребят, за меня болели. Так, и последний поединок, смотрим. Гигантцефал, стегоцератопс и спинорептор. Блин, вот теперь вот плохо. Плохо в плане того, что у меня ни одного хищника нету. Вот если, например, сколько это будет стоить? 105. Как мне тут с ними справляться? Блин, ну как? Два травоядника. Ох-охо, ладно. Нундагозавр. Ну, птеродактиль. Твою налево. Ай, классовый. Ладно, сделаем так и вот так. Я не знаю, ребят, что из этого получится. Наверное, фигня полная. Но надо что-то вытворять. Я, наверное, возьму бонус. Бомбит, прикинь, он просто бомбит. Ух. Диплотатор, ты уж извини, но так вот придется сделать. Пустить тебя, грубо говоря, на мясо. К сожалению. Меняет. Берет спинораптора. Он взял спинораптора, да? Отчаянные шаги, ребята, я делаю. Отчаянные. Так, ну что, поехали. Блин, или лучше так сделать? Давай, наверное, вот так все-таки сделаем лучше. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Ага. Спинораптор отдыхает. Стегоратопс. Стегоцератопс. 983 к атаке. Ты сейчас серьезно, что ли, вот это вот? Да ладно. Я глазам своим не верю. Так, иди сюда. Поехали. 2500 надо нам снести с него, да? Он же всю атаку, по-моему, сливал. По-моему, всю, ребят, я вот точно не помню. Да, он всю. Можно было бы, конечно, лишнее очко действия не тратить. Ну, в принципе, ребят, победа здесь за нами. Все. Нундагозавр выходит. Соответственно, у него сейчас 5 очков действий. Поехали. 3800 идет. Ух. 5300. 5300, ребята, в общем количестве мы ему пробили. И, соответственно, победа за нами. И мы забираем с тобой пак.
Деньга, еда, кратер славы и птеранодон. Ну вы серьезно, что ли? И 650 очков доверий. Все это умножается. 1300, ребят. Мы еще и открываем с вами чистое золото. Прямо сейчас. Поехали. Так, так, так. Эдиуморфодон. Неплохо, я тебе скажу. Очень неплохо. Плюс 650. Опять же все это умножается. И 1300 сверху накладывается. Слушай, а что это за 50 тысяч? Нет, я понимаю, что я хотел посмотреть, что тут вообще. Ага, Туса Теутис. Это 100% гарантия, да? А, например, здесь что? Только для VIP. Пагода в саду. А вот здесь? Ох ты, ох ты. Стигимолах. Птеродаустра, Платозавр. Ромалиозавр. Кстати, друзья мои, вот... вот такой бы мне пак открыть. Это было бы круто. А за 20 тысяч... Эоламбия. Гарантированно. Ну, пока на випке, возможно, мы с тобой сможем все это заработать. Так, ну что, мы с тобой здесь сделали? По заданиям, что у нас там? 3 PvP-арены, да, плюс канозойка. Ну что, поехали. Вызов. Раз, два, три. Поехали, будем смотреть, что... какой противник нам выйдет. Давай, 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 не жмись. Что-нибудь такое нормальное. Ух ты, Динотерий, Энталаракс и Амфицион. Не очень, конечно. Не очень я рад этому выбору. Так а чё, ну я поменяю. Толку-то этого все равно мало будет. Он сейчас 100% тоже поменяется, да? Ну конечно же. Йой. И убивает, прикинь. Вот так вот. Взял просто и уничтожил. А мы, к сожалению, не справимся здесь. Он сейчас испугается. Конечно, он пошел меняться обратно, да? Берет своего этого Динотерия. Я вот так вот сделаю. По-моему, нас и тут распечатают сейчас. Ты смотри-ка, он ничего не стал делать. Поехали. Да, уничтожаем мы его. Но 2 очка действия переходит Энталараксу. Энталаракс как раз против ледяных очень хорошо, да, идет. А нет, нет, ребята. Ну здесь ему хватит нас забомбить. Молодец. Выкрутился, так скажем, да? Да, все сольем. Эть! Все, ребят, сейчас он сделает 4 атаки, и нам крышка. Ну, не повезло мне здесь. Что я могу сделать? Неудачно. У него там практически все 40 уровня. Куда? С животными вообще у меня, ребята, проблема. Надо их как-то прокачивать, усилять. Потому что практически играть неким. Так, это мы с тобой получили за 3 разных, да? За 3 разных, но нужно еще 2 PvP боя. Так, давай, знаешь, что попробуем с тобой? Так, у нас... блин, ну тут бесполезно. Давай-ка вот это вот. Блин, канезойская против. Ну давай, я возьму апатозавра, тропиогоптера и велосираптора. Ой, подожди, подожди. Еще и моды же нужно поставить.
Давай я возьму бодрость, устрашение и несокрушимость. Сейчас глянем, кого тут против нас поставят. Анкилодока, Фараракаса и Пахицератопса. Ну тут понятно, тут нам нужно с тобой сразу брать велоцираптора. Да, друзья, вылетела игра прямо в процессе поединка. Соответственно, наверное, не засчитали или засчитали, сейчас посмотрим. Не засчитали ни поединок, я так понимаю, динозавры наши тоже профукались там. Ладно. Гасторнис, шерстистый и амфицион. Три поединка все равно нужно доделать. Ну, два в нашем случае. Ну, давай, я жду. Сумчатый лев. Ну, как всегда, сумчатый лев, архиотерий. Один только сумчатый лев чего стоит. Ну, посмотри, ребят, ну, 998. Ну, куда, блин? Ну, вот как вот с ним драться, с этим, блин, 39 уровня? Да вы что, совсем, что ли, издеваетесь? Он один сейчас всех тут разорвет. Это нереально. Это бред. Ну и что ты носорог делаешь? Ну и что? Ну бомбанем мы ему на 500. А сейчас он бомбанет на 665. Причем две атаки. Это 1300. Даже, наверное, 1300 с лишним. Вот сейчас посмотрим, насколько. 1596. Я не знаю, ребят, почему идет такое офигенное усиление. Ну, здесь, конечно же, здесь ты понятно. Добить-то ты сможешь. Блин, я хочу получить себе этого сумчатого льва, чтобы хотя бы на равных, вот, когда выпадает, и чтобы я его мог выставлять против него. Мой ход. Раз, два, три. Так, вырубаем мы этого архиотерия. Ну вот, саркастодон. 5 на 99. Ну вот и все, и мы опять проигрываем. Вот если бы я бы взял две защиты, тогда бы мы здесь еще, может быть, выстояли. А так не вышло. Да-да, Гасторнис, ну вот получилось так, видишь. Кто ж знал, что у нас тут быстренько чик-чик и все. И ушатают. Так, нам нужно еще один последний с тобой поединок сыграть. Ну, давай здесь отыграем как-нибудь. Кем-нибудь как-нибудь. Келлинкин, Индрикатерий и Сентата Церас. Поверь мне, они не дадут здесь расслабиться. 22-й, 32-й, 31-й. Замечательно, конечно, замечательно. А что? Другого и быть не может. Давай посмотрим. Ну что ты там прыгаешь, как этот горный олень? Вот где горный олень. Мне кажется, он менять будет. Трындец поменял на Дедикуруса. И бомбит. Представляешь? Без угрызения совести. Просто взял и бомбит еще. Выходи давай. Давай так сделаем. Ну что ты там заерзал сразу же? Меняйся, я же знаю, что ты будешь меняться. Стоит там, дергается. Так, ну тут выбор не особо велик. Раз, два. Раз, два. Я сейчас не удивлюсь, если он сделает все четыре атаки.
И вот ты хочешь сказать, что он не знал, да? Что вот так вот у меня все стоит. Давай уничтожаем его. Так, Дэдди Курус явился, не запылился. Ну, ребят, тут ему достаточно 4 атак. 4 атаки он мне пропишет, и все. И Индрикатери отдыхает, но он... О, как делает. 2 оставляет себе, получается, да? 1, 2, 3, 4. Проверочка. Значит, все оставшееся он сюда сливает. А это у нас немало, немного, 6 очков действия. Сколько ты сливать будешь, парень? 4. Слушай, скорее всего, мы здесь победим. Потому что у нас 6 очков действий, тут 200 к атаке. Даже если он прикроется, 4 атаки ему прилетит в лицо. Как ни крути. Неожиданно, неожиданно для меня, ребят. Я думал, что все-таки сфейлимся. Но, видишь, все получилось отлично просто. Так, ну что, приз умельца крутим. 13 тысяч монет. Давай еще разочек крутанем и посмотрим, что выпадет нам на этот раз. Ну, почти 7 тысяч монет, окей. Все, ежедневки я выполнил и забираем награды. ДНК, деньги, баксы, деньги. Ну и 130 очков доверий. Вот так вот вкратце. Так, покажи мне, кто там. Ладно, давай попробуем поймать. Второй раз он, по-моему, у нас сегодня, да? Выпендривается. Да, немножечко промахнулся. Нам бы хотя бы на синюю полосу выйти. Да ёк-макарёк. Ну, это вообще... Очень тяжело мне с этими вот... кругляшками работать. Проще вот кликать. Твою налево, пока ты смотрел, там наверху еще не увидел. Нет, не поймаем. Не поймали. Убежал, короче. Соберите команду. Да собирать-то некого, если честно. 1, 2, 3. Все, пускай они за ним гонятся. Так, друзья, ну что, у нас через 2 часа будет обновление, да, так сказать. Вечером. Так, погоди секундочку. У нас же тут есть, да, кого поставить? Конечно, есть. Эдиоморфодон и Птеранодон. Как-то я их не поставлю. Пускай легендочки наши выводятся. Вот так вот. А на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.